Доброе утро. Доброе. Всем доброе утро. Привет, ребенок. Мам, напомни папе, что мне уже 20, и я давно не ребенок. Ульяна, сядь, пожалуйста, за стол и поешь нормально. Жевать на ходу – признак дурного тона. Я хотела встретиться с девчонками перед парами. Инна Андреевна, пожалуйста, мы же с вами вчера обсуждали тему сладкого, не надо. У Варвары сегодня соревнования. Да-да, простите. Ну что, спортсменка, ты готова? Не знаю. Ну что значит «не знаю»? Конечно, она готова. Волнуешься? Угу. Ну, брось, мир не перевернется, если ты не выиграешь. Даже великий имеет право на ошибку. Ну что, давайте тогда за право Варьки упасть в лужу. Давайте. Ну все, девчонки, я побежал. Увидимся днем. Дорогой. Я за тебя болею. Я надеюсь, ты понимаешь, что папа шутит? Он от тебя ждет только золото. И, пожалуйста, прекрати трогать свое ухо. Сколько раз можно говорить? Папа говорит, что это просто привычка, ничего такого. А про скачки он же сам сказал. Умей читать между строк. Девочки, ваш папа первый ресторатор в городе. Первый, не второй, не третий. Тебе это ни о чем не говорит? Ладно, я тоже пойду, не хочу опаздывать. И вообще, мне очень не нравится твой настрой. Соберись, пожалуйста. Ты 6 лет в седле. Отец столько в тебя вложил, неужели он заслуживает разочарования? Нет. Очень рада, что ты это понимаешь. Анна Витальевна, там журналисты. Материал о фонде. Ах, да-да-да, они просили фотосессию в домашних условиях. Будьте добры, скажите, через 10 минут буду готова, хорошо? Мам, что, опять яичница, да? И тебе доброе утро. Ну что это за еда с утра, Саша? Так говорят, шоколад улучшает настроение. Угу. Кстати, мам, дай денег в театр, мы с классом идем. Серьезно? Серьезно. Вы же на прошлой неделе ходили. Так на прошлой неделе был музей. Мам, ты вообще не интересуешься моей школьной жизнью? А на дорогу там, на счет пополни. А, ясно. Ты на работе убиваешься, так папуля вообще забил. Не жизнь, а праздник какой-то. Перестань, отец тебя любит, он думает о твоем будущем. Любит? А я что-то вообще не чувствую его любви. Уже как полгода. Или денежные переводы запрещены. А? Спасибо. Ладно, я побегу. Угринься первый урок. Вера Анатольевна, ну зачем? Ну, понятно же, нет там никакого театра. Спустят с подружками по кафе. Ну что, я виновата? Ты не допускала меня к воспитанию ребенка, получая результат. В моей семье не было принято обманывать. Завтракать будете? Сергей звонил? Нет. Теперь это называется семьей. Привет, Санька. Привет. Это что за кадры? Да так, друзья. Друзья. Слушай, а что за девчонка? Не знаю. А чем меня с ними знакомила? Да как-то повода не было, что понравилось. Конечно. Меня бы на такой тачке возили.
Не пришлось бы у матери деньги на проезд клянчить. В чем проблема? Давай познакомлю. Серьезно? Да. Пойдем сегодня вечером со мной в Лимож. Богатые мальчики любят девочек из трущоб. Эй, полегче, я из нормальной семьи. А я из какой? Мой папа алкаш, твой срулил в неизвестном направлении. Матери горбатится на поганой работе. Слушай, нормальные условия, чувак. Да только мне для мужа денег на воды даже не хватит. Хватит. Ну не тебе же платить. Только приодеть тебя нужно. Ну это я беру на себя. Шанкеля бери! Шанкеля! Да. Умница, малышка. Олег, перестань, ты ей совершенно не помогаешь. Зато она улыбается. Да, но вот здесь немного по другому поводу. Слушай, ну ты можешь хоть иногда расслабиться и получить удовольствие, и перестать контролировать ситуацию. Конечно. Молодец, малыш, молодец! А третье место и почетную бронзу получает Варвара Полянская. Варвара награждается денежным призом. Ее конь, амбассадор, получает памятную розетку. Пап, ботинки испачкаю. Да и черт с ними, ты большая умница. На, держи. Спасибо. Третье место. Поздравляю. Прости, мам, я отвлеклась. Я в следующий раз обещаю тебе золото. Да, посмотрим. Мы с мамой отойдем на минутку. Обсудим, как отпраздновать твою победу. Поздравляю. Спасибо. Ты не переживай, в следующий раз обязательно возьмешь призовое. Только я не тебя поздравляю, а коня. Без него ты бы и с третьего вылетела. Обязательно на нее тогда бить? Дело не в бронзе. А в чем? Она твоя дочь. Так. Следовательно, спрос всегда будет выше. И завидовать им будут больше. Я, как мать, хочу, чтобы мои девочки умели этому противостоять. Как мать, ты могла бы быть помягче. Еще немного, она надорвется. Не надорвется. Мы, Полянские, не ломаемся. Да, Игорь? Олег, ты скоро будешь? У нас тут... В общем, приехала партия несвежих устриц. От нового поставщика. Я же говорил, что не надо менять. Сейчас приеду, разберусь. Мне нужно отъехать. Очень прошу тебя, будь с ней помягче. Через 20 минут буду, если просто хочу пробовать. Блин, шмотки такие классные. Офигеть, две мамины зарплаты. А у тебя откуда? Считай, чаевые из Лиможа. Ты что, там работаешь? Да ну, не заливай. А красивая девушка не обязательно работает, чтобы носить такие платья. Это мне подарил Костик. Это Илья. Так ты это, ну, с ними, типа... Нет, конечно. Ты что? Я с Костиком, а Илья это так, несерьезно. Так. Это под платье? Давай. Спасибочки. Ну вот, на миллион баксов. Варя, ну хватит уже. Ты устала, амбассадор тоже. Ну что ты мне пытаешься доказать? Что ты много работаешь и бронза твой предел? Ну хорошо, как скажешь. Средничков на свете много, и ты вольна быть одной из них. Ты ведь этого хочешь, Варюш? Помогите! Да, спасибо.
Почему подписываете накладные, не проверив товара? Я уже выяснил, кто виноват. Минуту. Да. Что с Варей? В какой больнице? Почему ее сюда привезли, а не в нашу клинику? Она потеряла очень много крови и решили не рисковать. Что, врач? У нее задета плечевая артерия. Они сейчас зашивают. Еще у нее ребра сломаны и множественные уши болит. Честное слово, я пыталась ее остановить. Лошадь выдохлась. Варвара тоже. Ну, ты же прекрасно понимаешь, ты знаешь свою дочь. Она как втемяшит себе что-то в голову. Не надо было на нее давить. Тебе дочь важнее или твои чертовы амбиции? Олег, ну что ты? Я просил тебя быть с ней помягче. Ты же с утра ее уже накрутила. Разве ты умеешь помягче? Ты же как танк, или нахрапом, или никак. Пап, прекрати. Что прекрати? Оставь маму в покое. Ты сам потом пожалеешь о том, что сказал. Да, она бывает строгая, но нам это только на пользу. Ты просто много работаешь и не замечаешь. Чего именно я не замечаю? Того, что я единственная в классе закончила школу с золотой медалью. Представь. Дочь Олега Полянского не воспользовалась его протекцией, а сама поступила в приличный вуз. Тебе мало? Ульяна, речь же сейчас не об этом. У каждого успеха есть своя цена. Вот такая цена? Варька, она просто другая. Ранимая. Кровотечение остановлено. Артерия зашита. Состояние тяжелое, но стабильное. Мы зафиксировали резкое падение артериального давления и угнетение функций центральной нервной системы. Что это означает? Это кома второй степени. А в Варе понадобится донор. Мы с женой сдадим все необходимые анализы. Хорошо. Нет, медальоны не нужно. Лучше карпаччо с пармезаном и рукколой. У вас руккола свежая? А то я знаю, как обычно бывает. Зелень и специи доставляют ежедневно, можете быть уверены. Карпаччо – отличный выбор. Естественно. А разве вы скажете иначе? А может, все-таки медальоны? Ляля, я тебя умоляю. Прими, наконец, решение. Я это меню скоро наизусть выучу. А я при чем? Девушка бестолково объясняет. Я должна знать меню лучше нее, карпаччо. И идите уже. Вы там еще на кухне объяснять будете. Спасибо за заказ. У вас что-то случилось? Я за этим столиком очень важные гости. И я вижу, что они вами недовольны. Извините, Жанна Юрьевна, я исправлюсь. Угу. Да что ж за день-то за такой сегодня, а? Такой же, как был вчера и будет завтра. Спасибо, утешил. Я не утешаю, констатирую. Если хочешь что-то изменить, меняй. Интересно, как? У тебя муж на заработках, законный. Сколько ты все на себе тянуть будешь? Извини. Да, Саш? Что значит, ты не дома? Как у подружки, а как ты планируешь домой добираться? В смысле на такси, Саша? Прости, мне работать нужно. Давай, пока. Хоть ты не начинай. Ну ладно, Сашка на отца бочку катит, ей 15, а ты взрослый мужик. И как взрослый мужик, я тебе говорю. Надо наконец-то позвонить и расставить все точки над «и». Короче, что я тебе банальные вещи объясняю? Ну все, хорошо, я позвоню. Передай заказ на кухню, пожалуйста. Угу. Алло, Маша, это вы? Да. С кем я говорю? Где Сергей? Сережа сейчас в душе.
Ксюша. На самом деле, хорошо, что вы позвонили. Нам давно уже нужно было поговорить. Понимаете, Сережа очень хороший человек, но... Просто нерешительный. А я думаю, это нечестно, правда? Что нечестно? Я не понимаю, вы кто? Я Катя. Мы с Сережей уже год вместе живем, он просто никак не решается вам об этом сказать. А ведь это неправильно по отношению ни к вам, ни к дочке. Я, наверное, не туда попала. Вам лучше самой с ним поговорить. Ну, я готов. Сереж, это Маша. Держи. Да, Маша, привет. Как дела, как Сашка? Сережа, это правда? Маша, меня прости. Я очень виноват перед тобой, перед вами всеми. Ну, это совсем не значит, что я... Алло. Сегодня припорошено. Капец. Машка весь Карпаччо министерщина Дольче Габбана вывернула. Это не обсуждается. Напишите заявление, затем компенсируйте убытки. Как же я их компенсирую, если вы меня увольняете? Это меня уже не касается. Некомпетентный сотрудник не может быть частью заведения такого уровня. Меня завернут. Не завернут. Мы в бар, там обстановка демократичнее. Привет, Валер. Привет, малая. Подружка? Да, подруга. Хочешь найти любовь всей своей жизни? Ну да, я так и понял. Ладно, проходите, только быстро. Спасибо. Спасибо. Я твоя должница. Разве можно так со мной? Я же даже мысли себе не позволяла. На, пей, пей. Медленно, маленьким глотком. Ты сейчас о ком? О муже. Ну, с этим козлом потом разбираться будем. Сейчас тебя надо спасать. Поздно меня спасать, она меня уволила. О-по-по-по-по-по. А ты заявление подписала? Нет, я завтра подпишу, у меня сил нет. Ч-ч-ч-ч, это хорошо. Значит так, сейчас вытираешь слезы, берешь себя в руки и едешь решать проблему. Как, Гена? А вот прямо к хозяину, в главный офис. Я слышал, он мужик нормальный, семейный, с пониманием. Что я ему скажу? Я его в жизни ни разу не видела. Ну, скажешь все как есть. О муже, говнюке, о дочке. В общем, обо всем. Ты думаешь, он меня будет слушать? Ну, кто ты я там... и кто он? Там поймешь, будет слушать или не будет. Или считаешь, что вот так лучше сидеть и сопли по щекам размазывать? Вот так уже лучше. Давай, пойдем. Олег, я тебя услышал. Но я еще раз повторюсь, не как твой адвокат, а как твой друг. Подумай, хорошо подумай. Я ценю твою заботу, Лев Давыдович. Поверь, это не спонтанное решение. Почему именно сейчас? Сегодня она чуть не убила мою дочь. Вы простите, пожалуйста, это действительно очень важно. Вас не примут в нерабочее сейчас время и без предварительной записи. Добрый вечер, ну, проходите, спасибо. Пожалуйста. Давай ну, за тебя. Давайте, да. Так хорошо, что собрались. Здорово, здорово, ребята. Наконец-то. Отлично. Место? Замечательно. Слушай, а может быть, поехали ко мне? Сашка.
Что творишь? Мама. Олег, я все понимаю. Ты сейчас на взводе. Ну, давай посмотрим на вещи здраво. Это был несчастный случай. Который бы не случился, если бы не ее вечное давление на меня, на девочек. Она не простой человек. Она не просто твоя жена. Она твой статус, имидж, семейный, отца, мужа. Достаточно только отца. Репутационные риски в бизнесе – это опасная штука. И Варя еще несовершеннолетняя. Любой суд постановит, что… Ты забыла, тебе алкоголь категорически нельзя. Ты про сердце свое помнишь? Мама, что ты творишь? Женщина, что здесь происходит? Можете быть как-то попроще? Не знаю, изи как-то. Я тебе сейчас покажу изи. Руки убери от девочки. Ты во что одета? Ты где это взяла? Ты к контрольной готовишься? У подружки? Мама, прекрати! Добрый вечер. Что происходит? Вы сотрудник? У вас здесь подпольный бордель? Что ты делаешь? Вещи собрала и домой. Живо! Слушай, поехали, пожалуйста, к тебе. Я согласна. Ты сейчас серьезно? Александра! Она! Да плевать! Отойди! Александра, девушка, можете спокойно объяснить, что происходит? Вы не понимаете? Это моя дочь, ей 15. Ей наливают алкоголь. Да я засужу здесь всех! Саша! Документы у девочек смотрел? Ясно, уволен. Делаете, вы не имеете права. Тетя Маша, скажите им, вот если у меня от вас синяки останутся, я заявление в полицию накатаю. Хорошо. Куда ее повезли? Я не знаю. Твои друзья сказали, ты часто здесь бываешь, подружек им поставляешь. Что, мальчикам с девочками нельзя общаться, что ли? Вы знаете, что ваши действия носят систематический характер и могут быть квалифицированы как вовлечение занятия проституцией. Лев Давыдович Рубин, адвокат. И я уверен, что вскоре вам понадобятся мои услуги. Ее Дима увез. Адрес я скажу. Саша, правда, здесь первый раз. Пустите меня, пожалуйста. Игорь, отпусти. Адрес давай. Ого! Что? Да у нас с мамой квартира поменьше будет. Немножко. Ну да. Выпьем? Нет, я... За нас? Да. Ой! Красивое у тебя платье. Подружкино, да? Да? Мое. Это, кстати, я Алену попросил тебя привезти. Зачем? Ну как, я увидел тебя возле школы, ты мне очень понравилась, и я сразу понял, что ты огонь. Слушай, я же знаю, чего ты хочешь. Ты же хочешь носить свои платья, а не подружки. Так, дорогая, ну не надо ломаться. Нужно было говорить «нет» до ресторана, а не после, хорошо? Вы как? Нормально? Нет, не нормально. Мне еще говорили обратись к хозяину. Он адекватный человек, семейный. Поймет твою ситуацию. Какую ситуацию? Неважно. Разве с ним можно о чем-то разговаривать? Вы посмотрите, какая мерзость у него в ресторане творится. Но я до него доберусь. Уже. Что? Уже добрались. Я хозяин. Через 250 метров поворот направо. Это, кажется, где-то здесь. Отпусти, пожалуйста!
Будет прыгать, просто получай удовольствие. Пицца приехала. Это мой знакомый курьер, так что ты можешь не кричать, ему пофиг. Ему не пофиг только на чаевые. Где Саша? Какая Саша? К тебе приехала несовершеннолетняя. Где она? Какая несовершеннолетняя? Я не понял. Саша! Сашка! Ты что, охренел? Закрой! Ты в порядке? Ты вообще знаешь, в каком доме ты находишься, а? Конечно. Я очень хорошо знаком с твоим отцом. Полянский моя фамилия. Слышал такую? Дорогая, прости, я не специально. Бери немедленно! Сашенька, неужели оно того стоило? Ну, я просто хотела выбраться из нищеты. Маленькая, все Как она? Спит. Это нормально. Стресс. А вы сами как? В норме? Более-менее. Простите меня, Олег Николаевич. Я наговорила лишнего. Ну. Я понимаю, вы сами были не в курсе вот этого. Да, был не в курсе. Приехали? Да, дочка. Маша, а что за ситуация, о которой вы говорили? Может, я могу помочь? Что вы и так с нами намучились. Спокойной вам ночи, Олег Николаевич. Mm. Спасибо большое за все. Спокойной ночи, Мария. И тебе спокойной ночи, Саша. Спасибо. Всего доброго. Мам, прости. А меня сегодня, ко всему прочему, еще и с работы уволили. Это из-за меня? Нет, что ты, детка. Ты здесь совершенно ни при чем. Пошли. Ты вернулся в 2:30 ночи. Что-то случилось? Так, возникли некоторые трудности по бизнесу. Думаю, у нас сейчас куда более важные вопросы. Как скоро моя дочь выйдет из комы? Пока сложно сказать. Мы начнем лечение, которое хорошо себя зарекомендовало в Канаде и в ряде европейских стран. Оно предусматривает участие совместимого родственника. Я хотел бы ознакомиться с деталями. Безусловно. Мой коллега ждет вас, и он ответит на все ваши вопросы. Олег Николаевич, задержитесь на несколько минут. Надо обговорить некоторые финансовые вопросы. Я оплачу все расходы, главное скорее начать лечение. Присядьте. Олег Николаевич,
речь пойдет не о деньгах. Вы уверены? Ошибка исключена. Ваша группа крови и резус-фактор не совпадают с Варинами. Как и у вашей супруги. Хотите сказать, я Варе не отец? Нет, не хочу. Но в нашей лаборатории есть все необходимые материалы для проведения теста ДНК. Вы хотите знать результат? Прошу прощения. Саш! Саш! Да чего тебе? Ну прости меня, слушай, я сама испугалась. Я вон несколько дней с температурой лежала. Костик лечил. Мы расстались. В смысле? Ну, а зачем он мне нужен, если его дружки обижают мою лучшую подругу, а сам он сидит и клювом щелкает? Пошел он. Пойдем. Я, наверное, на работу пойду. Официанткой или еще кем-то, пофиг. Главное, что взяли. Так мать же сказала, что ты ни при чем. Какая разница? Денег в семье все равно нет. Я тебя не понимаю. У тебя миллион баксов под носом, а ты хочешь грязную посуду убирать? Не поняла. Полянский тебя из передряги вытащил? Вот. А только в кино добрые олигархи спасают бедных девушек из большого благородства. В жизни они это делают, спасая свою репутацию. Ты прикинь, как бы полоскали его рестораны, не за мне он все это. Помог один раз, поможет и еще раз. Там бабла немерено, не обеднеет. Ладно, но я пойду, мать будет переживать. Пока, Алён. Пока. Thank you.
Я готовился к этому разговору. А он случился без моего участия. Так даже лучше. Олег, ты Варин отец. А я ее мать. Во второе охотно верю. А помнишь, 15 лет назад все это уже было? Я также почти переселился сюда, на этот чертов диван. А потом... Потом ты сказал, у нас будет Варька. Это было как глоток свежего воздуха. Я так обрадовался. Я готов был на все, даже на твою муштру. На этих репортеров, для которых ты лепишь картинку нашей сладкой жизни. Перестань. Я так ждал ее. Надышаться не мог, когда она родилась. Я думал, Варя спасла наш брак. А оказалось, все это очередное вранье. Картинка для меня. Олег, пожалуйста, посмотри мне в глаза. Мы Варины родители. Оба. Я хочу развестись. Будем сейчас это обсуждать. Доброй ночи. Пусти, мне домой пора. Ты останься у меня сегодня, зачем уезжать? Ты чего, меня мама прибьет? Ты не сказала ей? Я ей скажу, обещаю. Ты просто боишься, что чита Полянских посчитает, что их дочь связалась с лузером, да? Кирилл, сейчас правда не время. Все эти проблемы с Варькой и мама на взводе. Ну и куда нам с тобой спешить? Ты не лузер. А я дурак вот уже месяц. Месяц как купил. Ждал все. Ну и что теперь зря получается? Что мне с ним делать? Обратно сдать? Ты что, предложение мне делаешь? А ты как думаешь? У меня. Да. Матери скажешь о нас? И я думаю, что нам сначала нужно выпить шампанского по этому поводу. Алло, Юль, привет. Слушай, если мои позвонят, скажи, что я у тебя на даче. Ну, не знаю, скажи, что я выпила бокал шампанского и не могу сесть за руль. Все, давай. Опаздывает. На нее это не похоже. Я надеюсь, это не просто твое эмоциональное решение. Ты все хорошо обдумал. У меня было время подумать. Ты где?
Аня, у меня не так много времени. В клинике? Что-то с Варей? Почему ты плачешь? Я сейчас приеду. Что-то случилось, я никогда не слышал, чтобы Аня плакала. Что с моей дочерью? Олег Николаевич, присядьте. Мы получили результаты анализов. Варе? Нет. Вашей супруге, Анны Витальевны. Я ничего не понимаю. Я тоже сделала тест ДНК. По результатам анализов ДНК, Анна Витальевна не является биологической матерью Вари. Это что, шутка такая? Но этого не может быть. Мы решили, ты должна знать. Биологически Варвара не твоя сестра. Ни я, ни мама не являемся ее генетическими родителями. Это бред какой-то. Вы помните, как она у меня в школьных тетрадях рисовала? А как духи в аквариум вылила? Ульяна, мы не стали ее любить меньше от этого. Папа, это что такое происходит? Ульяш, успокойся, пожалуйста. Сейчас самое главное, чтобы Варя вышла из комы. Остальное потом. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы к Ольге Михайловне? Да, к Ольге Михайловне. А, ее рабочий день уже закончен, она будет рада видеть вас завтра с 12 до 2. Я уверен, что для меня она сделает исключение сегодня. Я прошу прощения. Ольга Михайловна, я говорила, что вы уже не принимаете. Вызвать охрану? Не нужна, Тамарочка. Все хорошо. Мы пообщаемся со Львом Давидовичем. Ну, рабочий день окончен, кофе я не предлагаю. У вас какой-то срочный вопрос? Вы все правильно понимаете. Я ее лить не стану. 15 лет назад в вашем роддоме произошел крайне досадный инцидент. Ты застегнись, может? Да вообще не холодно. Ой-ой-ой. Что такое? Подожди, Саша. Сейчас. Да, мам, их выбросить уже давно пора. И новые купить. Ты права, конечно. Но сегодня мы им дадим шанс и отнесем их в ремонт. Извини, Сашунь, сегодня больше нет. Ладно, мне еще остались. Спасибо. Мам, твоя. О, счастливо, дружок. Все, пока. Пока. Ой, боже мой. «Вкусная жизнь» Олега Полянского. Овчаренко, конечно же, отрицает причастие роддома, оно и понятно. Без года неделя на новом месте. Но ужасно боится скандалов, тем более причастие твоей семьи. Значит, с 10 на 11 число, помимо твоей жены, роды принимали еще трех женщин. Родился один мальчик и две девочки. Мальчика мы исключаем сразу. У первой девочки очень сложная форма аллергии. Я получил доступ к ее медкарте, и 5 лет назад ей делали тест ДНК. Она не может быть твоим ребенком. Вторая девочка. Я съездил по месту прописки.
мать выписана, квартира продана. Существует еще один адрес, где они могут быть, но ни мать, ни дочь там не прописаны. Это же... Ты что, знаком с этой женщиной? Возможно. Я сам съезжу по этому адресу. Я бы не стал этого делать. Ну, это неразумно с твоей стороны. Здравствуйте. Вы так поздно, что-то случилось? Я могу войти?